Всем привет! Мы продолжаем проходить Пенумбру Некрологи. Хух, ну чё? Что нам делать? Как нам быть? Как бабайку победить? Чем, блин, собаку одолеть? Что останется нам делать, кроме 8-6-4-3 набрать? И сам не знаю, как там быть без кодов и шифров-то. Коды и шифры мы добыли честным путем с дискетки, так что все нормально. Классная игрушка. Повторяют каждую серию, наверное. Ну, не знаю. Опять же, я просто люблю игры атмосферные. Очень люблю. Если какая-нибудь собака сейчас выпрыгнет, я тут сделаю что-нибудь неприятное. Долгое пребывание под землей отвык от солнечного света. Он ослепляет и причиняет мне боль. Бедный, бедный. Наш главный, последний герой. Последний герой. Кто же им будет? В конце останется только один. Это был скулёж? Твою мать, я не хочу туда идти. Так, еще один. А, это был скрип двери. Это был предохранитель. Твою мать, а? Вот было всего, ну, мало скримеров, тут был в принципе всего лишь один. Ну и то, когда там из двери вылетал, было вполне очевидно, что он там, скорее всего, и сидит. Мы же шум оттуда слышали до этого, правильно? Чё? Это вы мне? Нет, нет. Спокойно. И вообще тут нет. Вот не ко мне. Юперный ты бабай. Ах. Не надо, вот это не надо. Не надо меня пугать, пожалуйста. Пожалуйста. Я и так, блин. Во всех, блин, хорроров пугаюсь, да? Зачем же еще тут? Противогаз? Вау, нам понадобится противогаз. Чертежи, рисунки, ни хрена интересно. Ну правильно, что тут. Мы все зашли за противогазом, я это понял уже. Ой-ё! Не надо шуметь так, братюнь, ты что творишь? Ты смерти нашей хочешь? В особо извращенной форме, причем, наверное. Сука, ну говорит что-то, а? Да сволочь что-то говорит. Стрёмно, пипец. Нафиг я уж с фонариком похожу. Поливать батарейки, я понимаю, но... С фонариком оно. Пандио
надежнее, надежнее. Что, можно взять вот эту, например, фигню. А она бросается сейчас вот тут просто. На месте, очень. Я думаю, с собой можно так. Ой-ё. Так, сначала наверх сходим. Я не хочу в глубины идти. Спокойно. Сейчас какая-нибудь херня выскочит, а? У меня уже по спине мурашки. Надо хотя бы сохранимся. Теперь их двое, они совсем рядом, но не видят друг друга. Что-то мешает их позвать мне. Ну это ж good. Good, good, good. Ладно, не буду. Ой, бля. Ну хорошо, что мы не убились. Совсем уж. А. Так лучше. Каких мы, блин, катакомбы блуждаем? Никогда не любил электричество. Хоть мне и не доводилось иметь с ним дело. Это хорошо. Почему в такие моменты рядом не оказывались волшебные кнопки, которую можно было бы нажать, и все сразу заработало? Это точно. Хотя вот тут ты прав. Вот же она. Нажми на кнопку. Не-не, погоди. Ты меня это убить хочешь, я знаю. Блин, не нашел третий, ёшкин кот, я третий этот не нашел. Ух ё. Секси сложно-то, а? Ну двух не хватит, да? Спрашиваю я себя. Увы, ничего не произошло. Видел бы ты свое лицо. Как козел, я знал, что ничего не произойдет. Да, мне нужен третий предохранитель, чё я туплю. Ааа, ну бас, ну бас. Иди ищи третий предохранитель, ну бас. Мне хер ссать. Где он не может быть, а? Секрет, ёпти. Ёксель-то мой, мёксель, блин. Точно не с собой. Может быть, эту сферу надо будет ещё куда-то захерачить. Так, ничего нельзя толкнуть.
Да нахрен стул, хорош шептать, блин, козлы, ёпти. Как там, блин? Ну бывает, бывает, туплю я, чё ж поделаешь, бывает, туплю, туплю сильно, бывает не очень. Ну все равно туплю, потом опять не туплю, и так далее. Нигде нету аккумулятора. Да не, нет, конечно. Блин, а? Да сядну, да сядну, однако. Почему что-то аккумулятор не тут нашли, да? Трубе да нет, как ты доберешься до трубы? Ой, ё. Тут нигде нету. Ну нет, тоже бред. Так, ладно, давайте искать. Тут как бы мы один нашли, да? Если я не ошибаюсь. Тут же. Мы противогаз взяли. Противогаз. Зачем нам противогаз? Зачем нам противогаз? То есть этого нет. Вот его нет. Блин, не сюда. А ну его там нет, скорее всего. Вряд ли очень, ну, но... Человеку хреново от солнечного света. И так бывает. Видите, тиски ставят, главное. Нужна байда, синяя такая. Цилиндрической формы, блин. А, ладно. Я боюсь, что я прям где-то рядом лежит, то есть, ну, на видном месте, а я ее пропускаю. Туплю очень сильно. Посмотрим. Скорее всего нет. Скорее всего нет. Скорее всего нет. Это опять же, скорее всего, да или нет. Хер вам.
Просто может куда-нибудь кто-то, блин, ядро захерачить в центр, понимаете, да? Вместо третьего предохранителя. Вряд ли, конечно. Круто спустился, согласитесь. Зашибенно. Глянул мне. Ну, это было очевидно. Чем я так думаю? Да, чем я так думаю? Точно, да. Хер знает, чем я думаю. Хотелось бы, чтобы голову, ну, мозгами-то, голову думать. Сложно мозгами думать надо. Разум, мозги, включитесь. Расскажите, где может быть третий предохранитель, а? Ну, где? Ладно, понятно, что, ну, тут я вроде все обследовал, поэтому тут его нет. Поэтому надо идти назад искать. Что на самом деле, что на всем, на самом деле, что вообще не очень. Вот. Как-то так еще. Да где реально он может быть? Вот, если вот, если серьезно. Где эта хрень может быть? Да не, это проверял все, это я так, на всякий случай, понятно, я... Что тут его нет? В комнате с Сэвом вряд ли он будет лежать так. То же самое, мы вроде все уже осматривали, правда? Да. Тем более его видно, он же такого формы еще. Синий подсвечивающийся. Туда можно видеть лабораторию? Ну да, можно. Руку. Давайте тут проверим, вдруг я что-то упустил. Хотя, честно говоря, сомневаюсь, что я упустил. Тут именно что-то. То есть назад идти туда вот не нужно, поэтому искать нужно в этих локациях переходники. Почему не открывается лаборатория? А электричество нет, точно. Всё лишь навсего, нет электричества. Чего не открывается? Мы тут были только что. Не надо тупить. Блин. Чё я делаю? Куда сюда брожу? Вот этот коридор мы обследовали. Идем сюда. Здесь требуется специальная карточка. Блин, вот карточка эти, да? Спецкарта. Запер. То есть, по идее, я еще и спецкарту не хрен, то есть где-то профукал, правильно? Не нашел. Ну, слушай, совсем так, по идее. Вроде ничего. Грачик на трупаке каком-нибудь может быть. А этот трупаков-то не вижу. Меня зовут Алфред. Да, Алфред Ричардсон. Это четвертая
сегодня необычный день. В лаборатории, что расположена рядом со второй жилой зоной станции, уже официально заинтересовались тем, как же вскрыть артефакт. Похоже, что он действительно является чем-то важным для Казы. Однако остальная информация засекречена и доступна. Оба, не взял. Не могу стул оттащить, собака. Вроде там ничего, пусть. Книги ничего не открывают. А беда, что сказать, беда. Беда, печали и так далее. Блин, сейчас какая-нибудь кровь резко полилась откуда-нибудь. Вот это было бы страшно, но... Что не случилось. Да ну нет, ну тут понятно, что в туалете вряд ли он будет валяться. Просто уж раз проверять, так проверять все, правильно? Мы как бы это и делаем. Пытаюсь проверить все. А тут не сдохнуть. О. Уже плюс. Е плесецкий. Огромный. Преогромный. Пытаюсь логически думать, где она может быть. Блин, ни хрена не понимаю. Нам типа дали противогаз. Типа. Нахрена нам дали противогаз? Вот и я о том. Для чего-то нам его дали. Уже. Закрыт. Возможно, потом, когда мы все включим энергию, чтобы там пробежать куда-нибудь. Возможно. Спокойно вообще. Ведро пустое. Нифига. Ну, не знаю, может вот тут, в этих секциях, чего-то как-то скрыто. Возможно. Ну, хер его знает. Честно. Может быть и нет. Вряд ли даже. Я бы даже так сказал. Что реально вряд ли. Потому что мы вроде все тут крутили. Все крутили, все вертели, все хотели доказать.
что доказывать-то? Сами хер знали, да? Так. Опасно. Как-то немного случайно, да? Я слово попал на самом деле. Ну туда имеется в виду, помните? Тот проход, если сразу. Вот. Не особо так что-то утруждая себя. Какими-нибудь там этими раздвига-задвиганиями мы прошли насквозь этот эти шкафы. А вот сейчас я пытаюсь это сделать еще раз и только не очень прям это получается, я бы сказал. Какая-то книга. Ну какая книга, тут слишком сложно. Кажется, это не книга все-таки. Но тем более я тыкаю, то есть появиться рука должна была бы. То есть это все-таки была бы книга. Мы прошли сюда, мы прочитали две эти штуки, прочитали. Тут может быть карточка, кстати. Вот карточка, я поверю, что тут может быть. Где-то. Вау, а вот это уже интересно. А чем ее захереначить? А вот это уже интересно. Ладно, заперто. Вы что, смеетесь, что ли, надо мной? Сейчас будет открыто. О, медицинский препарат. Зашибись. Запись. Офигели. Только тут ни хера нету. Ну, скальпель есть, конечно. Он нарисован кровью, наверное. Вот открылось как бы новое крыло. Это кул. Ну это хорошо. Я не хотел бы туда заходить, честно говоря. Медицинский препарат. Оба, предохранитель. Не, погодите. Блин, надо было сначала эту хрень открыть, наверное. Ёшкин кот, а. Вот я дурак. Вот тут я дурак, похоже дело. Ну ладно, мы взяли третий предохранитель, это уже плюс. Ну да, шкала огромный плюс, на самом-то деле. Не лукави абсолютно.
какую-то решетку, блин, нашли. Не знаю. Не, ну рано или поздно, наверное, я бы ее нашел. Но... Немножко повезло то, что я просто тыкал во все и рука указала на решетку. Ну, то есть не рука, а помню. Ёшкинку. То, что решетку можно использовать, вот и. Как бы пошло это дело. Ну, карточку видео мы там найдем, я надеюсь. Когда генератор. А, ну когда энергию включим, все дела. Блин, жесть, конечно, запутано это все. Но это и классно. Это и классно. Это и то, что нужно совсем. И, блин, напряжение, постоянное напряжение, то есть, я постоянно думаю, что вот, а оно нету, оно не вот. Оно не сейчас, оно потом, а может быть и нет, не столь важно это. Страшные тут моменты будут или их не будет вообще дальше, вот честно, это вообще не важно. Даже их, если вообще не будет, это, ну, да плевать. Сама атмосфера этой игры, блин, просто чудесная. Сука, что не пугаешь-то? Вот шепот меня действительно, блин, раздражает. Ну, не раздражает, он меня напрягает. Знаете, очень неприятно. Ой, ладно, можно так сделать. Ну что ж, а мучиться со включениями, выключениями... Остальной техники мы будем уже в следующей серии. Наверное. Ну да, уже в следующей серии. Всем большое огромное спасибо, кто смотрел. И всем большое спасибо, кто смотрел. И всем пока-пока.